Для Татарстана сегодняшнее событие и все, кто приехали, очень важны. Республика традиционно является автомобильным регионом. Я искренне желаю, чтобы сегодняшний день и наша совместная работа были во благо всех сторон. Это очень важное мероприятие, потому что здесь мы видим и часть выставочную, и часть конференционную. Татарстан — это было для нас одно из первых, в принципе, решений, что надо... Если думать о выставке или конференции, проводить это здесь. Это третий ивент и проходит все очень успешно. Не только сегодняшнее обсуждение важно, но и то, что у нас здесь есть выставка, с учетом того, что автомобильная отрасль для республики, ну и для России в целом является одной из ключевых. Мы, безусловно, уделяем много внимания дальнейшему развитию этого сектора нашей экономики. И проведение такого форума при поддержке наших партнеров, они, безусловно, очень важны и будут способствовать дальнейшему развитию республики. Мы в третий раз уже проводим сейчас с нашими партнерами вот этот форум здесь в Казани. Это уже показывает, что мы это оцениваем как успех. Для нас очень важный шаг вот иметь на постоянной основе вот эта конференция. Судя по количеству участников и по составу самих участников, для нас эта выставка представляет определенный интерес. Конечно же, сравнивать эту выставку с масштабами европейских форумов, китайских или азиатских форумов сложно, но это очень обещающе выглядит. Сегодня был мой первый визит в Казань. Это мое первое участие на этом хорошо организованном форуме. Татарстан является очень важным рынком для бренда «Лада». Это третий по значимости рынок для нас. Мы впервые здесь, в Казани, и впервые представлены на этой выставке. Это прекрасный шанс для нашей компании изучить местный рынок. Это прекрасное мероприятие. Данное мероприятие проходит уже третий год подряд. Это говорит о том, что с каждым годом, наверное, коллеги поднимают уровень этого мероприятия и по составу участников, и по спикерам, и по компаниям, которые здесь представлены, и по экспозиции, которая здесь есть. Можно говорить о том, что форум только развивается.